О, смотрите, ребят, клевая кафешка, народа много, цены вроде неплохие, и ассортимент хороший. Эй, стойте, куда? Мы, надеюсь, сюда еще вернемся? Кабана, нужно ему натереть носик, а то он какой-то немножко... А, тут еще монетку надо бросить. А, чтобы монетка упала. Считается, тот, кто хочет удачи, должен потереть пятак этого вепря. Чтобы завершить ритуал, нужно поместить монету в рот кабана и ждать, пока вода не начнет падать. Если монета соскользнет через решетку за канализацию, все хорошо. В противном случае желание не сбудется. Аналогичные статуи разбросаны по всему миру. Так мы его брата видели в Мюнхене. Мы идем на другой рынок. Он называется Меркато ди Сан Лоренцо. Говорят, там можно перекусить. $330. Толпа народов. Покупают всякую фигню. Всякую фигню. Здесь. Это просто... А вот этот вот желудок, да? Что? А, вот. Три. Вау. Сколько стоит? 5 евро. 50. 6,50. А, 6,50 за килограмм. Вау. Ну, офигеть. Леша, это очень дорого, ты хочешь попробовать. Что, дороговато? Нет. 28 евро. Тартуху. Вот он, да. 10 евро. Это черный, это, да, это ты точно. Да, вот они. Да, вот. Черный трюфель. Я буду риболита пробовать. И снова идем есть.
шикарный парик. Вот такая вот импозантная девушка. Такой копной волос. Тут все открыто. А, второй этаж открыт. А все остальное закрыто. Ну, мы сейчас идем на второй этаж. Попробовать пиццу. Красная. Где у нас номер? А эти. Совсем другая история. Оставайтесь с нами.